Protection for every occasion. Can a heart explode out of love? The cult of musical corporate wars is back in theaters near you. In a tight spot, don't turn gangs. Come to the NCPD. We'll help. No strings attached. Thank you.
Мимо не пройдешь, по ушам долбит. Тусовка какая-то. Иногда и мне везет. Короче, не мучайся. Это все точно не то. А ты откуда знаешь? Потому что Керри хоть и болван, но в гитарах он понимает. А это все полнейшие дрова. Ну, кто бы сомневался? Ну, надо признать, что мужик рубит фишку и в музыке, и в бухле. Я только одного не пойму. Че он нашел в Евродине? Так, так, так. Херовая там была акустика. Но вот зато тёлочки огонь. Прям первый класс. Да, как сейчас помню. Очередь была как отсюда до Плимута, если не больше. А после концерта мы гудели еще двое суток. И очнулись в отрезвителе. Ого, ты только глянь. Он тут целое святилище в честь нас замутил. И убежище заодно. Но здесь код. Какой тут может быть набор цифр? Честно говоря, я без понятия. Ну, попробуй 3 раза по 69. Смешно, но мимо. О! Интересно. Бля, во Керри постарел, а? Это какого года фотка? Да свежая вроде. Смотри, дата. Дата, дата, точно! Это код от той двери, где сейф. А башка-то у меня еще варит. Охуенная была тусовка. Керри так нажрался, что блеванул Нэнси в гитарный кейс. Я бы на это посмотрела. Я тебя прикончу! Надо бы осмотреться. Странно, а вот этого я не помню. Это все водка твоя проклятая. Всю память пропил. Так, давай-ка без грязи. Водки я никогда не притрагивался. Вот бурбон, виски, текила. Это моя тема. Да.
Нужна поддержка! Я под обстрелом! Qué bueno que llamaste. Sí, ayudaré. Sí, Pi, ya está. Sí, va conmigo. No me provoques.